И здравствуйте всем. Опять. Друзья, привет. Мы в Нижнем Новгороде. Раз. На улице январь 2021-2. И у Димы снова есть звук. Ну, это я экспериментирую с нашей новой экшн-камерой. Ой, видели бы вы, что у него в руках. Но это лирика. Вы очень сильно просили. А зачем? Можно это в конце ролика сфотографировать? Можно. И в сообщество закинуть. Вот, в общем, мы придумали, ждите, мы всю вот эту огромную штуку, которую Дима в руках сфотографирует. Друзья, мы в отделе придиванных столиков. Кстати, спасибо за рекомендацию одному из подписчиков за японские маски. Единственное, что вот здесь такой вот шов, Дим, который мне ужасно дерет нос. И второй минус – стоит дороговато. И рвутся. Ну ладно, не суть, попробуем. По крайней мере, по звуку меня теперь Дима говорит слышно. Тут получше, чем в тряпочке. Да, поэтому чуть-чуть отвлеклись от темы, погнали. Значит, мы в Нижнем, в отделе придиванных столиков. Локации сегодня у нас раз и два. Как вы просили, мы покажем все придиванные столы, поделимся своим опытом касаемо брака, эксплуатации, каким образом все это функционирует, ну и просто свое непредвзятое мнение. Погнали? Так, давай прямо вот по ходу, как они идут. В принципе, он триоконный, но его вполне берут и как придиванный. Триоконный стол, арк, кельс, торп. Вот мнения подписчиков разделились, Дим, подказывать артикульные номера или нет. Кто-то говорит, не будьте ленивыми жопами, зайдите на сайт и посмотрите. Если у меня будет настроение, я буду делать превью вставочки в угле, в углу. Дима, тут не настроение, тут наличие свободного времени. Да. А с этим беда. Ну, по крайней мере, давай покажем цену в Нижнем Новгороде. Все равно поближе показывать фактуру. 80-40 на 75. Ну уж сместись, покажи циферки-то. А склад это совершенно сугубо индивидуальный. Так, значит, смотрите, это натуральный массив сосны. Учитывайте, пожалуйста, что это один из самых мягких материалов. Я сейчас побешу хейтеров, можно? Да. Но на самом деле, таким образом я показываю вам плотность материала. То есть по глухоте звука можно понять, полое, не полое, то есть как это отражается. А есть еще белого цвета. Если найдем, покажем. Если нет, то сорян. Полностью из массива. Морилка, прозрачно-акриловый лак. Упаковка 10 килограмм, можно везти спокойно на такси. А, ребят, значит, смотрите, из нюансов. Учитывайте, пожалуйста, что сучки, Дим, видно? Могут быть где угодно, и со временем любой сучок превращается в трещинку. И это закономерность, как гусеница в бабочку, если не засохнет и не сдохнет. Так, крепится. Обязательно нужно крепить. Если вы его не закрепите, он будет волтузиться, болтаться. Полноценная полка в комплекте, 4 ноги, то есть классический невысокий столик, когда вам нужно заполнить место, но не хочется сильно загромождать пространство. Дальше мы плавно перетекаем в линейку Lixterbi. Листерби. Есть у меня такая дурная привычка перебирать фразы. 8000 рублей стоит. Цвет белая морилка дуб и коричневый, ясеневый такой. Ага. Так, теперь давай смотреть. 92, 38 на 71. 92, 38, высота 71. Он, конечно, тоже такой. Это консольный стол, он условно относится к придиванным, но тем не менее, когда между кресел, например, бочком его разворачивать, ставить, вполне удобно. Сюда можно поставить какие-то коробочки, журнальчики и так далее, а верхнюю часть использовать по назначению. Давайте разбираться, что у нас и как. Значит, здесь у нас шпон и ДСП. Причем шпон у Lixterbi очень высокого качества. Дим, давай поближе надеть камеры, покажи фактуру. Вот ни за что не отличить. Вообще такое ощущение, что это прям массив готовый. Не юск. Не юск. 8000 рублей. Сие удовольствие стоит. Нареканий сразу скажу нет. Ни разу брака по этим столам не было. Появились они примерно год с небольшим назад. А дальше в линейке Lixterbi есть побольше журнальный стол 140 на 60. Стоит он 11 тысяч рублей. И вот его внешний вид. Значит, есть такого коричневого цвета, но он очень высоко запрятан. И есть под беленый дуб. Вот, знаешь, наверное, в этой линейке не хватает белого, да? Такого прям вот нейтрального. Соглашусь. А ножки в этой ситуации уже спрятаны, они не будут окантовкой по краям. Здесь решетчатая полка, которую можете использовать под коробочки. Вот в качестве примера
Эх, блин, зафиксировали. Такие ящички с пипочкой. Сантиметров 30 на 30 они, по-моему. Нет, 20 на 20. Ровная поверхность. А здесь все очень аккуратно вставлено. Ну вот говорю, ребят, когда мне не к чему придраться, у меня нет нареканий, то мне и добавить особо нечего. То есть он эксплуатируется реально идеально. Поверхность очень плотная. Вот я пытаюсь своим длиннющим копытом провести по поверхности, оставить след. Этого нет. Для тех, кто сейчас будет возмущаться, это выставочники, кто вам разрешал, ребята, разрешали. У нас есть договоренность с IKEA, чтобы мы вам по максимуму могли показать товар, и вы могли увидеть его со всех сторон, как с положительных, так и отрицательных. Единственное, что, смотри, вот это дубовый шпон сверху, да? То есть это материал массива уже, верхний тонкий слой. А за счет того, что он здесь высокого качества, то здесь идет прослоечка. Вот эти моменты имейте в виду. Просто у одной Прослоечка, она хорошая. Не надо продираться. Нет, я про другое. Я просто хочу живой пример привести. У клиентки, она покупала маленький круглый столик за 6 тысяч, приехала внучка, кушала чернику на столе, ну и пальчиками играла, разминала. И получилось, что у черники же очень въедливый сок. И вот в эти прослойки. Она говорит, я некоторые от них не смогла. То есть он въелся, натуральный быть шпон в себя это забрал. И вот из этих трещинок, то есть она уже вытащить не смогла цвет. Но это особенность. То есть просто это имейте в виду. Щеткой как-нибудь. Говорит, ну, Дим, смотри, если чернику, например, оставить на какое-то время, ты же не сидишь рядом, когда ребенок пачкает. Ребенок испачкал, оставили. Ну, пусть будет так. Так, журнальный стол Статгольм, 15 тысяч рублей, очень красивый листик. 15, 19, 16 он без рубля. Его нельзя взять на складе самообслуживания. Кстати, имейте в виду, вот такая желтенькая этикеточка говорит о том, что товар будет лежать на фуллсерфе, это значит склад выдачи, откуда нам с вами доступа нет. Шпон грецкого ореха, размер 180 на 59, ДВП и шпон. Так, давай заглянем ему под юбку. Здесь бумага, металлическая оплетка. Очень интересно, легко сделан, красиво, стильно смотрится. Но опять же, да, ценник. И хотя, наверное, меня уже и ценниками не удивить. В принципе, стол большой, его можно даже использовать для каких-то посиделок с компанией, и он спокойно это выдержит. Интересно, можно ли его использовать вместо скамейки? Ну, хотя, мне кажется, можно. У кого уже есть такие эксперименты, давайте рассказывайте. Аркель Сторб, журнальный стол. Мы с вами смотрели при диванной, ой, при диванной, при оконной, это журнальный. Вот он в разложечку, 65-40 на 52, 65-140 на 52. И у него крылышки складываются, можно превратить прямо в малюсенький столик. Здесь будет выдвижной ящик, очень красивый ящик, как у Хэмнеса. Как таковых металлических элементов нет. Полозья тоже деревянные. Дим, сможешь подлезть с камерой? Это что-то есть общее с комодом Rust. Ну да, по такому же принципу. Так, дальше смотреть давай. Петельки где у нас прячутся? А, здесь вот, это боковушка. Они неудачно стоят. Боковушка и вот откидывающаяся ножка. Ну, как ну, большие стандарт, столы, стандарт. Да. То есть я по-другому больше никак показать не могу. Нареканий, опять же, по ним нет. Вообще, по журнальным столам, наверное, кроме лаков, особо брака-то никогда и не было. Так, сундук. Стол-сундук Холл. 5000 рублей. Который год мечтаю его поставить на балкон. Знаю, что у нас там уместится. И на нем можно будет сидеть. Но у нас там живет Поинг. Дима его не хочет оттуда выселять. Да. Акация. 98 на 50. Цена 5000 рублей. Еще, друзья, вот вы обижаетесь, ой, вы что цены не всегда говорите? Вы понимаете, что цены по России могут отличаться? Раз. Плюс для жителей Европы наши цены вообще ни о чем. Два. Так, значит, здесь вот такая решетка. Очень напоминает эту деревянную подставку под горячее. Топорочки. Чтобы это никуда не ездило. Ты хоть не шатайте. Долго будешь топорочки показывать? Пожалуйста, пожалуйста. А то мы пошли. Так, смотри. Здесь у нас фанерное донышко. Ну, вроде как крепкое. Кстати, одна клиентка брала это дело
под инструменты мужа. Она разложила это по коробкам и сложила туда. То есть их не стало видно. И при этом сохранилась эстетика. Он весь такой решетчатый. Опять же, массив акации. Нареканий нет. Акация, помним, что это... Вспоминаем наш обзор по садовой мебели. Акация – это влагостойкий материал. И спокойно можно в любых помещениях использовать. Так, листерби. Дуб. Белая морилка, 10 тысяч рублей, круглый диаметр 90 сантиметров. Ой, вот что хотите, рекомендации с маской, но мне дышать не нечем. Тоже так же, что? У меня есть особенность, я начинаю задыхаться в маске. Ладно, сколько сможем. 90 сантиметров в диаметре, значит, здесь у нас круг, внизу квадратная полка. Ребят, все то же самое, что у... По качеству все то же самое, что у овальных. Вот этого мы не увидели у овального, вот хочу показать, как выглядит шов. А без него никуда и не деться. Ну, конечно, как ты будешь обтягивать, шпанировать? Ну, чтобы сюрпризов не было. И такой же есть в коричневом цвете. Цена тоже 10 тысяч. А такое чувство, как будто ее это, замазано. Или шпаклевка, или герметик какой-то специальный. Походу, да. Так, Хэмнеса у нас подальше не будет. Ну, давай вытаскивать. Журнальный стол Хэмнес 90 на 90. Опять. Любители сучков, не ваш вариант. Отцепитесь от стола, оставьте его в покое. Стоит он на данный момент в Нижнем Новгороде всего 6 тысяч рублей. Считаю, это очень адекватный ценник за массив. Размер у него 90 на 90. Варианты белая морилка. Светло-коричневый, это то, что мы сейчас снимаем. Дальше. Просто белый, просто светло-коричневый и черно-коричневый. То есть, по факту, 4 варианта столов Хэмнес. Помним, что это массив сосны и что он не любит каких-то плотных острых предметов, давление на него, царапания и так далее. Но из плюсов вы всегда можете его зашкурить. Полка большая, полноценная. Полка съемная. При желании, если там, ну, не знаю, что произошло, но мне актуально, вы ее можете убрать. Стол очень легко смотрится за счет своей громоздкости, но при этом открытых легких пространств смотрится классно. Так, Стокгольм, комплект двух столов за 11 тысяч. Здесь у нас два листика, один побольше, один поменьше. 72, 47 на 36. Этикеточка, пожалуйста. ДВП шпон грецкого ореха, пожалуйста. Не видно этикеточку тоже. К сожалению, не указана высота. Максимальная высота 36, минимальной высоты нет. Так, ну если это 36... то это где-то, наверное, 30-32, не больше. Ну вот если, да, мои два пальца, примерно 4 сантиметра, еще один, примерно 5 сантиметров. Красивые стильные листики, но имейте в виду, Стокгольм все-таки требует определенного стиля общего, потому что просто так Стокгольм, ну как-то это кощунство. Это классика. Да. И очень красивая. Вот и как у меня. Поворачиваешься, и тебя не слышно. Угу. Давай. Дальше. Следующий листерби, вот про какой я тебе, Дима, говорила, вот смотри, вот в эти прожилочки черника умудрилась сочиться. 50 сантиметров, белая морилка, 6 тысяч рублей. Есть такой же вариант в коричневом цвете. На данный момент в продаже нет. И сейчас, кстати, в конце обзора напомню мне ответить людям, что вообще происходит с поставками IKEA. Здесь выделили 4 ноги. То есть он не целиком получается открытое все пространство, а есть такие небольшие стопорки. Ну, такой стиль у столика, и его очень часто берут как прикроватную тумбу. Угу. Место занимает немного, легкий, открытый. Так, холл есть еще маленький. Размер 50 на 50, акация. И вот вариант, как его не совсем, конечно, аккуратно дизайнеры покрасили. Да. Не придирайтесь. Да к чему-то мне надо придраться, мне даже придраться к сегодня не к чему. А тут? Ну, не к чему придраться. Я бы придрался из-за того, что тут уже особенность такая. Прибили собаки. Немножко зашли, вот. Оставили вот это, не прокрас. То есть это надо было либо красить, либо вообще не красить? Да. Так, 3000 рублей. Разницы с большим нет никакой, кроме размера. Очень часто берут как прикроватную тумбу, для подушек, для пледа. Опять же, место занимает немного, выглядит легко. Дим, давай вот сюда переместимся. Ой, так, бурвик, он у нас будет и дальше. Стол под нос. Меня видно? Mm-hmm. Прием. Смотри, какой легкий. Никого не бью. Кстати,
очень хорошо снимать, когда в Икее никого нету. Когда мы приехали в Москву, снимая ничего не смогли снять. Магазина, мы в Москве физически не смогли это сделать. Правда, физически. А здесь красота. Хоть столом мы как зашли в Икею толпой, так как в Мавзолее. Так же из этой толпой вышли. Все. Так, поняли? Давай. Нет. Бурвик 38 сантиметров, белый. Поднос несъемный. Пластмассовые части, полиамидная пластмасса, сталь, клей на водной основе, прочее бла-бла-бла и фанера. Это большой, круглый, клевый поднос. Единственное, что он чуть-чуть прыгучий. Либо здесь полы курдючие. Я бы поправил металлические ножки. Ведь уж совсем вот такие перфекционисты все. Да, кстати, их можно регулировать, исходя из пола. Добавлю свою любимую... Нет, поджимать. Любимое слово «жебловатый». Ну, я бы не назвала его все-таки жебловатым. Довольно-таки крепенький, основательный. И нареканий, кстати, по нему тоже никогда не было. Ключевое, что он легкий. Его можно реально использовать как поднос. Ой, пойдем покажем мой любимый столик. Это уже классика IKEA, продается много-много лет. Ну, считай, с открытия IKEA. Да, десятилетие уже. Это первый продукт, можно сказать, который начал реализовать. Да, только, по-моему, его название. Его только название, по-моему, сменяли. Лев Бакен, 5000 рублей. Классический коричневый, такой вот неровный листик. Очень стильно смотрится. На металлической основе ножки, сами ноги, дополнительные. Кстати, первая упаковка была, помню, еще бумага крафтовая, ага. Обернутая бечевкой. Бечевкой, ну, с чего-то же все начинали. Начинали с этого. Мы тоже начинали 3 с небольшим года назад вести YouTube-канал, у нас никого не было. Начиная почти 11 лет назад доставку IKEA, у нас тоже никого не было. Начиная год с небольшим бизнес Siberian Wellness, у нас тоже никого не было. Поэтому если брать и делать, то в любом случае получится. Поэтому продолжаем диалог. Да. Пойдем. Фактура. Сейчас засниму. Дима теперь хитрый, у него теперь все увеличения, если можешь ко мне близко не подходить. Никогда. Нет, ты поближе фактуру можешь показать? Угу. В принципе, да, ближе тоже некуда. Я не знаю, как-то она немножко это отражает от светильника. Да нет, видно. Так, значит, отделка из шпона, ДВП, шпон, ножки, массив, бука. Ну, в принципе, даже с буковыми ножками за 5000 рублей, с учетом интересного дизайна, я согласна. Так, фьельба линейка. Фьельба у нас вообще есть отдельная серия, я думаю, мы ее в ближайшие дни снимем. Металлическая основа, ковка, элементы скручивания, плюс деревянная столешница. 3599, 90 на 46, цвет черный. Массив сосны, прозрачный акриловый лак, сталь, эпоксидное порошковое покрытие. Вот этот момент учитывайте. Грючий. Металлическая полка. Здесь очень хорошие крепежи. Вообще серия классная. Единственное, она все-таки должна в стилистику входить. В противном случае это будет никуда. Ножка регулируемая. Регулируется на таком кружочке. Дим, видно? Это. Вот она, кажется, это закрытый, а это открытый. Вот. Есть разница. Насчет в полах дело. Так, журнальный стол лак 118 на 78. Это самый большой лак, который есть у IKEA. 3000 рублей. На данный момент пока в наличии нет. Вообще сложно с лаками со всеми. Их временно вывели из продажи, на то и есть причина. Ну, просто тупо подождите, скоро появится. А, должен еще быть цвет черно-коричневый и белый. То есть три цвета. Это классический лак, это бумага. Сверху тонкий шпон. Даже не шпон. А акриловая краска с тиснением, печатным рисунком. Ну да, что-то я затупила. Про цену сказала, про то, что их пока нет, сказала. А, лаки не выдерживают большой нагрузки. Здесь у нас пустота, здесь бумага. Поэтому те, кто очень хочет на лак поставить аквариум, ребята, не надо. Плясать на нем тоже не надо. И вообще у лака очень нежное покрытие. Мы сейчас дойдем до какого-нибудь маленького лака. Здесь все что снимать? А? А эти? И те дальше. Ну давай. Так,
Небода серая. Линейка Небода, комплект столов за 4800. Тоже, ребят, адекватный ценник. Их по факту три цвета. Есть там еще посветлее, до него дойдем. Значит, темно-серый под бетон черный. Есть еще вариант светло-серый, белый и чисто черный Небода. Журнальный стол с двухсторонней столешницей. Это уже Небода побольше. Мне бы столешницу показать. Я показал. Нет, она же двухсторонняя. Смотри. Вот надоела раз. Тебе такая Небода? Перевернул на черную Небоду. Угу. То есть одним столом вы закрываете две потребности. То есть вот это вариант чисто черного, это вариант черного под бетон. Здесь в комплекте отдельно стол за 120 на 40 на 40 за 4800 и отдельно 75, 52 на 50. Кстати, вот это вот очень классный столик. Он по размеру хороший, удобный. И по функционалу. Металлическая полочка. Переворачиваем. На черном остаются следы и пятна от рук. Имейте, пожалуйста, это в виду. Здесь полностью металлический каркас. Полка. Полка по размеру всего стола. Но полка есть в маленьком столике и в длинном. В большом столе полки нет. Но она, в принципе, не нужна. Значит, что из чего состоит? Верхняя часть ДСПС. Это видно, бумажный наполнитель. ДВП бумажная пленка. Ножки сталь. Так, переходим к линейке Витшо. Тоже сейчас с ними просадочка по наличию, но поймать можно. Комплект из двух столов за 4590 на 50. Один столик полноценный, который очень часто используют как мини такую тумбу под ТВ, когда телевизор, например, повешен на стене, где-то на таком низком уровне. Ну, кому что нравится. Здесь стекло, здесь ДСПшка с меламиновой пленкой. Второй столик чисто стеклянный. Здесь есть специальные стопорки. Но вообще имейте в виду, то есть если вы расхайдокали... Не стопорки, а буферы. Ну, резиновые. Резиновые буферы. Я могу ботаников включить, неинтересно будет. А, значит, стекло, если вы нечаянно расхайдакали, его совершенно спокойно можно поменять. Но не в Икее уже, а где-то в стекольной мастерской. Так, у Витши есть вот такой черный столик. У нас даже есть красный в офисе. Очень, ребята, они хорошо выдерживают нагрузку и заказы. Ну, нагрузка не такой степени, что на него можно вставать. Не-не-не, не вставать, аквариума не вставить. Просто вот, ну, как бы он не нежный. Хотя визуально кажется, что он такой вот маленький, легкий. Подписывать ноутбук. Вот именно вот она для этого. У нас первому столу лет 9 точно. Все в идеале, краска не облупилась, не потрескалась. Значит, 35 на 65 стоит 1600. Что сейчас было? Телефон? О чем? Ну, смс-ка пришла. А, отключить уведомление? Давай, не слышно. Так, поближе Витшо показывал? Ой. Пока Дим покажет, я воспользуюсь моментом, подышу. Так, дальше. Передиванный столик Риан. Он точно такой же, как Витшо, только побольше. Витшо 35 на 65, это 55 на 40. Округлые края, чем вот он мне нравится, если у Витшо все-таки острый край железный, то здесь при наличии маленьких ребятишек вы никого не сшибете. То есть все коленки, локти, головы останутся на месте. Стоит 2000, еще белого цвета есть. Подстолье сталь, столешница ДВП. Очень легкий и вполне удачный. Вот вы уже, наверное, заметили, что у меня сильных нареканий к столам журнальным и придиванным нету. Так оно и есть. Пусть их не сильно много в Икее, но я считаю, что они адекватные по соотношению цена-качество, дизайн. То есть вы выбираете сами то, что вам нравится. Поэтому, если у вас были какие-то проблемы, напишите нам, пожалуйста. Это будет важно не только для нас, но и для других подписчиков канала, чтобы было понимание при покупке, что вот с этим можно столкнуться. Ну, наверное, кроме лака, который там может облезть и так далее. Да, Дим? Хавста. Комплект столов из двух штук стоит 6000 рублей. Давай по размерчикам. Ну, вот моменты Хавста. То есть это очень мягкий массив. Очень. Ну, да, что-то прям жестко кто-то на него прилег. Да. Единственное, что сучков здесь все-таки поменьше встречается, чем в Хемнесе. Массив сосны. И массив сосны в качестве обвязки. Из минусов... технического описания. Дим, покажи этикетку.
не указан размер, ребят. Ну, это неправильно. Вот мы и в Юске докапывались, да, по этому поводу. Нет размера каждого столика. То есть человек, ну, неудобно бегать с линеечкой, вымерять. А так, деревесина. Деревесина. Один столик. По хавсти тоже нареканий особых не возникает. Мне у них очень нравятся вот эти выпилы. А, таким образом, более легкая конструкция. И вписаться может, в принципе, в любой более-менее классический интерьер. Раз. А это прям вот аж как табуретка. В плане регулировки ножки. Нихт. Нихт просто. Эти нашлепочки. Набоечки. Поэтому, если полы неровные, придется домодернизировать самому. Так, ветшо этот показали, хавсту показали. Я что-то по углам тебя таскаю, да? Так, столик лак черный, коричневый показывали вам уже большой с полкой. То же самое, смысла нет на нем останавливаться, 3000 рублей. Давай вот сюда, в центр. Значит, круглый придиванный столик. Веймон, 5000 рублей. Покажи поближе. Все, покажу. Кстати, ДСП интересный, интересный шпон. Смотри, да, квадратами? Да. Кстати, вот на сайте такой и не заметно, наверное. Он, кажется, цельной. Ну, надеюсь, заметно. Сейчас я как-то поиграю. Видно, видно. Вот светлый. Я вижу, смотрю в камеру. Вот, вот здесь более темные ячейки, здесь более светлые ячейки. Здесь меньше полосок, здесь больше полосок. Давай разбираться. 60 сантиметров. 3,60. А, это упаковка. А размеры 60 на 60. Легкий. Сужается к низу и дополнительная полочка. Вот, кстати, по нему у меня нет информации. Мне кажется, за все время от силы пару раз привозился. Не соответствует цена и размер. Ну да. Что-то как-то немножко. Интересно, почему? Потому делает что... не у нас. Да, кстати, интересно бы посмотреть страну производителя, но тогда обзор будет больше, чем новинки, если еще каждого производителя смотреть. Так, бурвик мы вам показывали белый, есть еще черный. Гюмперлик. Гюмперлик вообще практически уже вышел из продажи, поэтому имейте в виду, коллекция была ограниченная, и Икея потихоньку от нее избавляется. Но, зараза, в распродажу не пускают. 3000 рублей. Надеюсь, так разберут. Ну, может быть. Но вообще, в принципе, оригинальный. Темно-серый береза. 40 на 50. Вот высота 40, диаметр 50. Сталь. Единственное, что очень аккуратно. Сталь такая довольно-таки, ну, не то чтобы острая, но вот неприятная. То есть, если ребенок, например, упадет и вот ладошками, можно все-таки повредиться. Поэтому я бы, наверное, к семьям с детьми не рекомендовала. Из плюсов крутится. Ой, да ладно. Она просто лежит или фиксируемая чем-то? Фиксированная. Она здесь на шурупе, она крутится. Иди, я покружу. Так, один из моих любимых столиков – это Квистбру. Квистбу. Квистбру. Квистбру. 44 сантиметра. Вот с такой крышечкой. Опять же, его можно использовать как придиванную тумбу, в саму корзинку металлическую полностью. Плед, подушки, халат, все что угодно можно ложить. Очень удобно и функционально. Мне этот стол безумно нравится. Он есть еще в белом цвете, должен быть где-то в мяте. Цена сейчас в Икее 2300. Так, журнальный стол Кракста 90 сантиметров. Варианты еще есть белый, светло-бежевый, темно-синий, зеленый. О! Только что горошек нет. 7000, 90 сантиметров, высота 48. Ну, тягать не буду, привязан. Он, походу, из массива, нет. ДВП, акриловая краска. Про него тоже ничего сказать не могу. Три, что ли, раза заказывали. Ну, брака не было. Опять же, ДСП, покрытая пленкой специальной. Очень хорошо смотрится. Вообще ощущение массивного стола. Именно вот из дерева. По факту это ДСПшка. Гаалев, 60 сантиметров, 4000 рублей. Ой, поднос съемный, но тяжеленький. Донести его со снедью практически... Можно, можно. Для компаньки? Можно? Для компашки.
Но я не донесу. Здесь мягкая фетровая подкладка, чтобы не стучало. И, соответственно, столик точно так же можно использовать. Чтобы не был звонкий. Да? Такой же хитрый прием делается с раковинами и ваннами. Слушайте, Дмитрий Юрьевич, он плохого не порекомендует. Высота 47 сантиметров. Другой текстиль, войлочная подкладка. Под столик панель, ножка сталь. Переверните, пожалуйста. Так. Ну, это всеми любимый. Любимец миллионов. Да. Стол Клингсбу. У меня всегда ассоциируется с клизмой. Клизма. Клизма. Это вот он меня научил слова перевирать. 1500, отдельная полка, полка красивая, кружевная, стеклянная столешница, столешница на стопорках, на буферах. Поэтому, если вы ее расколошматили, то только в стекольную мастерскую. 1500 рублей на данный момент, периодически бывают акции, до 1200 спускается ценник, и легко перекрашивается. Его и бронзили, и красным делали. Предмет и... очень популярный, стабильный спрос. И будет стабильный спрос всегда. Если хотите какой-то оригинальный подарок сделать, что-то в бюджете, вполне 1500 адекватно. Так, дальше ползем. Гладом. И здесь у нас черный, зеленый, безумно красивый голубой и белый. 1300. Гладом — это стол-поднос, металлический. Я бы сказала, один из лучших. Не шибко ушибаемый. Пока там Дима показывает черный. А здесь фетровые подкладочки Нихферштейн. А поэтому он и звенит. Да, и стоит 1300, а не 4. Но он совершенно предназначен для другого. Ну да, он вообще безумно легкий. Ломай, круши, я плачу. И прям такой хорошенький подносик. Ну нет, у меня по нему нареканий. Я его безумно люблю. Когда спрашивают, рекомендуете недорогой стол, я его рекомендую. Значит, Омтек, Омтек, сам язык сломаешь. Антрацит березы. Это отдельная линейка, не особо давно вышла, мы как-то в новинках показывали ее. Дима, это камеру ко мне, я так на нос маску одеваю. 10 000 рублей, это ограниченная коллекция. Здесь ламинат высокого давления, березовый шпон и массив березы. Он красиво, очень лаконично сделан. Пыльный, правда? Особенно классно смотрятся все вот эти вырезы. Вообще вся линейка очень красивая, добротная. Требует определенного стиля, ну и финансовых вложений. Плюс ножки регулируются. Должна как-то эта цена была оправдана. Ну, конечно. Придиванный столик Мальста. Малмста. 7 000 рублей, тоже со стеклом. Здесь стекло уже прям намертво, не выдрать. С полочкой. Ну, вот он из одной линейки с Веймоном. Только Веймон 60, а это 54 сантиметра. И по высоте он повыше. А вот высоту-то нам и не указали. ДВП ясеневый шпон. Тоже красиво, стильно смотрится, но, опять же, под определенные стилистики помещения. Есть такой же еще большущий. Немножко разный. Этот. Текстура разная, шпон. Ну, конечно. И ценник разный. 5,7. Прям такой овальчик. Это тебе в будущий зал. 36 да? квадрат. Как раз. Выдерживает удар тупым предметом до 45 килограмм с расстояния 1,5 метра. Ну, получается, это подбрасывать можно? Наверное. В общем, если в стол чем-то кидать, имейте в виду закаленное стекло. Окей, дайте тестировали, пожалуйста. Интересно, чем проверяли? Чьего-то мужа запулили? 12 000 рублей, 130 на 80. Высота не указана. Ну, 50 сантиметров, наверное, будет. Он также по высоте, как маленький, даже, мне кажется, может поменьше. Поменьше. Здесь полка. Допом ничего не съемное. Значит, каркас, формованные слои ДВП, ясеневый шпон. Тяжелый. Я предполагаю, стекло в пленку закатали и все. Ну, закаленное. Ну, закаленное в пленку. Так, кракс-то тоже пока нет в наличии. Как говорит у нас помощница, табуреточки. 5 000 рублей.
Комплект из двух табореточек. Хотите табореточки, хотите столики. Цвета 4. Черный, темно-сине-зеленый, белый. Еще какой-то должен быть. Ну, сори. Нет. Белый, светло-бежевый, темно-сине-зеленый, черный. Что бежевый цвет? Отсутствует. Бежевый вот. Бежевый. Да? Угу. Я, наверное, дядя Толик. Это светло-бежевый. Это черный, это черный. Нету только белого. Что про него сказать? Такой же, как большой. А, значит, о, вот классно. Здесь... Ну, правда, ребят, смотри. Я не шучу. Светло-бежевый. Что шутить-то? Ой, видно светло-бежевый. А для тебя он какой? Белый молочный оттенок. Для меня светло-бежевый. Ну, а с этим я точно посмотрю. Темный, синий, зеленый. И синий, и зеленый. Тебе же сказали синий, зеленый. Размер. Значит, первый столик диаметр 49, высота 51. Второй столик диаметр 35, высота 45. Прям вот тресните меня, ну, это классическая табуретка. 5000 рублей стоит комплект всей красоты. А Кракс-то мы уже показывали большой, вот он темно-синий-зеленый. Ну, цвет мы уже показали на маленьких. Хавста. Отдельно журнальные столики. Кстати, Хавста очень часто берут альтернативой этим. Хамису. Хавста. Этим показывали. Да, я знаю. 5000 рублей. 75 на 60. Массив сосны. Высота 48 сантиметров. Ну, больше мне добавить по Хавсте нечего. По сучкам имейте в виду. Все-таки трещины более чем возможны. На черном виднее. Светло-серый как-то мажется. Ну, да, да. Как есть. Так, дальше. Мариут. Сервировочные столики. А их здесь нет пониже? Нет. Все, блин, позадирали. Поднос съемный. Он на магните. Три цвета. Зеленый, серый, темно-красный. Темно-красный под бордо. Очень красивый, особенно к новым фасадам метода. 58, 38 на 58. Смотри, прям полноценный поднос. То есть можно... Расположение магнитов где? Или сам столиком? Сам столик. Магнит. Или он не магнит? Нет, магнитится прямо этот. Есть вот этот чик, как отлипание. Хотя про это не написано. С беленьким попробуем. ДВП акриловая краска. Под столь массив бука. Он еще и складной. Его можно складывать и убирать. Может, это воздух просто плотно прилегает и. Да. Наверное, создается. Все-таки механизм такой, что. Он прям вот, смотри. Угу. Видно это? Он как чехольчик одевается. Да, это воздух. То есть вот сейчас рукой делаю и прям воздух ощущаю. И еще к тому же он складной. Хотел, конечно, показать его в сложном виде, но, увы, привинтили. Так, Небода, мы дошли еще светло-серый бетон с белым, который показывали вам черный, 3000 рублей. Маленький и длинненький. Вот так сделаем. Тингби. 2500. Серый и красный. Белый, к сожалению, вывели из ассортимента. Жаль. Ну, пока так. А так столики очень интересные. На колесиках. Это для того, кому нужен такой столик, который можно легко подвигать. Стоит 2500. Размер 50 на 50. То есть это фактически столик лап. Только его лучшая версия. ДВП, ДСП. Очень легко катается. Из минусов. Дима, иди сюда. Хрупковатый край, поэтому если вы будете задевать чем-то острым, имейте в виду, будут оставаться вмятины. Не сильно прочная поверхность и постоянно остающиеся пятна. Поэтому туда, где есть маленькие дети, я данный столик не рекомендую. В основном это какие-то студии красоты, кабинеты, ну, эстетика. Квизбру большой, 61 сантиметр. Если маленький стоит 2300, то большой стоит 3300. Две подушечки, куча мусора. Так, Небода, такой же черненький висел, 3000 рублей, только в белом цвете с, чем он, с бетоном. 3000, 75, 60 на 50.
Переворачивать не буду, мы только что показали альтернативу. А, так, видшо. Дим, покажи поближе. А видишь? А, ну ты же хитрый. Этикетку хоть покажи. Я подышать хочу. Тингби мы все-таки нашли в белом цвете. У них сменился артикульный номер. Значит, все то же самое, что красный и серый. Только в белом цвете цена 2500. И Тингби есть еще большой. Но только он пока в белом цвете представлен. 3000 рублей. Он, ну, прилично все-таки больше. 150 на 50, а этот 60 на 60. А так фактически все то же самое, что и у маленького. Очень легкий. Ну, фактически одной рукой можно им управляться. Так, и хочу показать незаслуженно покупателями забытая линейка Лунарп. Она фактически состоит всего из двух столов. 90 на 50 и 55 на 45. Большой стоит 4000, малый стоит 3000. Но так как большой высоко задран, хочу показать на маленьком. Он немного такой трапециевидной формы. Тонкая ножка в разгон, хорошая полка, это ДСП. ДСП покрытой пленкой, но у него не будет, например, заморот, как с хавстой. Тут не будет трескаться сучок и так далее. То есть стол достойный, кипенно белого цвета, без каких-либо оттенков. То есть он подходит тем, кому нужен более-менее классический, чуть высоковатый стол, потому что он выше, чем обычный придиванный икеевский столик. В принципе, наверное, все. Столик Хемнес мы показывали уже. У нас остался Леоторп стеклянный большой. Ну да, попробуем. Мы его уже снимали. 15 тысяч рублей. Снимали мы его, когда писали обзор по всей линейке Леоторп. Поэтому подробнее можно посмотреть там во всех нюансах. Из плюсов. То есть его можно сделать декоративным, выдвигать полочки, складывать всевозможную красоту, но он, опять же, подходит под определенную стилистику. То есть просто так его воткнуть в помещение без какого-то смысла, ну, вряд ли он будет эстетично смотреться. Пойдем где-нибудь запишем финал. Ну, в принципе, по всем придиванным столикам мы пробежались, даже чуток журнальных захватили. Наверное, даже все журнальные захватили. Очень интересно ваше мнение касаемо столов. Какими пользуетесь вы, какие прижились у вас дома, что нравится, что не нравится. Возможно, в чем-то вы вообще разочаровались, что, понимаете, нет, спасибо, больше бесплатно даже не надо. Поэтому делитесь, не забывайте, друзья, что у IKEA гарантия на все столы 2 года. И в любой момент вы можете обратиться, если у вас возник брак. Также, если в течение года вы вскрыли упаковку, собрали, но не пользовались товаром, поверьте, это видно, вы можете вернуть данный товар даже без чека, но для этого нужны электронные данные. Либо карта KFM, или дата покупки, либо ваша банковская карта. У нас все. До новых встреч. И завершающие слова. Дизлайк, отписка, комментарий. Колокольчик. Колокольчик. Все, пока. Мы погнали дальше снимать.